Второй подарочный троллейбус добрался до Севастополя. Транспорт марки «Тролза» – мегаполис, единственный в городе с высоким классом комфорта. С гордостью говорят сотрудники «Севэлектроавтотранса». Месяц назад предприятие уже получило такой троллейбус. Обе машины Севастополю подарил Московский центр международного сотрудничества. Особенность этого троллейбуса – это более современный троллейбус, вы его уже видели, вот, который более современен не только по комфорту. Вообще, в данной степени, вот именно как по расположению кресел, если вы видели, данный троллейбус, вообще-то, он больше рассчитан на междугороднее сообщение, это как вот Симферополь-Ялта. Данный троллейбус оборудован также кондиционером, двумя кондиционерами, один салонный кондиционер для пассажирского салона, один кондиционер у водителя. Руководитель предприятия отметил, что пассажирский салон троллейбуса схож с внутренним интерьером современного авиалайнера. Увеличенные форточки, которые также для вентиляции. Данный салон снабжен очень хорошим освещением, очень хорошим мягким освещением. Кроме того, вентиляционные люки более совершенные. Также оборудовано двумя мониторами, вот информационными табло. Ну и в принципе, видите, то есть по компоновке мягкие кресла, вот, которые поспособствуют большему размещению сидячих мест, именно как в данном троллейбусе. Но не только салоном хорош этот транспорт. Управлять троллейбусом стало гораздо проще. Прежде чем сесть за руль, водители с многолетним стажем прошли инструктаж. Машинами нас не обучали, нам только рассказывали, нам рассказывают, что, как, где. Вот. Естественно, что нам дают проехаться, попробовать, как она движется, что у нее. И, естественно, объясняют нам, конечно, параметры машины, чтобы мы знали. В данном троллейбусе, конечно, очень хорошо электронная панель, которая показывает скорость, показывает работу компрессора, наличие воздуха в системе. Очень удобное для водителя близкое открывание и закрывание дверей, где она не отвлекает водителя от управления. И полностью новая современная модель управления. Два новых троллейбуса уже в первый день зимы выйдут на маршрут. Подарочный электротранспорт на постоянной основе будет следовать по маршрутам номер 7 и 14. Руководитель предприятия «Севэлектроавтотранс» Виктор Гончаров отметил, что троллейбусный парк еще будет расширяться. По его словам, до конца следующего года в Севастополь должны прибыть еще 78 новых троллейбусов, приобретенных в лизинг. Дарья Юхновская, Анатолий Паньков, «Севинформбюро».